Андрей Миронов – один из известнейших советских актеров. Он не только виртуозно исполнял свои роли, но и прекрасно пел. Так Остап Бендер навсегда запал в душу поклонников творчества артиста. За всю жизнь он был дважды женат. В первом браке родилась дочь Мария, которая тоже пошла по стопам знаменитого отца и добилась в актерской сфере неплохих высот. Сегодня Маше Мироновой 48 лет. У нее двое сыновей, старшему сыну, которого назвали в честь знаменитого дедушки Андреем, этим летом исполнилось 29. Андрей продолжает семейное дело. Он так же, как и его мама, а до этого дед, покоряет кинематограф. Актерская династия Мироновых началась с Марии Мироновой и Александра Минакера. Решив идти по стопам родителей, Андрей взял в качестве псевдонима девичью фамилию мамы, которую и сделал знаменитой. Внук знаменитого актера носит его имя, но фамилия у него от отца – Удалов. Андрей родился в июне 92-го. На тот момент Мария была замужем за Игорем Удаловым. Хотя в сети ходили слухи, что тогда еще юная 18-летняя Маша родила от Юрия Яковлева. Сама Миронова категорически этот факт отрицает. О себе, как об актере, Удалов заявил громко. 2 года назад в показ вышел фильм с его участием «Спасти Ленинград», где он исполнил одну из главных ролей. А впервые в кино он сыграл еще в 2009 году. Кстати, Андрей долго носил фамилию деда Миронов, но затем сменил на фамилию отца по настоянию матери. Он рос любознательным мальчиком, учил стихи Есенина и занимался живописью. А сейчас он свободно владеет английским и французским языками. О своем дедушке он говорить не любит, хотя и гордится тем, что является его потомком. Просто Андрею нечего сказать. Легенда советского кино умер за 5 лет до рождения своего внука. Однако мама Мария сразу подготовила сына к тому, что его всегда будут сравнивать со знаменитым предком. Андрей относится к этому совершенно спокойно. В интервью он говорит, что прекрасно понимает, что так устроено наше общество. По сей день он служит в театре Вахтангова, куда устроился сразу после окончания вуза. Что же касается личной жизни, то Ксения Паласис – постоянная и несменяемая дама сердца Андрея. И еще со времен учебы. В 2017 году масс-медиа со слов парня объявили о подготовке пары к свадьбе. Отношения любимой девушки и мамы, судя по фото в интернете, складываются трепетно. Они вместе путешествуют и не забывают рекламировать умопомрачительные платья. Андрей же сейчас учится на режиссерских курсах и старается совмещать их со съемками в кино и работой в театре. Если вы досмотрели наше видео до конца, не забывайте ставить лайк и подписываться на наш канал. Также мы ждем от вас комментариев, что вы думаете по поводу всей этой истории и ее героях.